Здравствуйте, мои юные друзья! А сегодня мы будем слушать инстасамку. Трек называется «Отключаю телефон». Друзья мои, напоминаю вам о том, что я наконец-то написала вторую книгу, которую выложила на Литрес. Ссылка будет под этим видео. Это книга про ваше поколение, больше, чем про мое. Книга называется «Без границ». А, друзья мои, эта книга платная, потому что каждый труд должен быть оплачен. Сумма как бы не очень дорогая, цена этой книги 199 рублей. Вот, и я прошу вас зайти, скачать, почитать и помочь мне ее распространить. Ну, я думаю, что вы будете очень сильно удивлены этой книгой, вот, сюжетом этой книги. Но для тех, для кого, допустим, 199 рублей это дорого, предлагаю небольшую скидку. То есть под этим видео будут, Максим напишет свой, не знаю, как это правильно называть, счет или чего. Короче, вы с помощью доната можете кинуть ему 150 рублей, указать свою электронную почту, и после чего Максим вам скинет эту книгу просто ну, в таком, в электронном варианте. И вы ее можете будете почитать, ну, дешевле на целых 50 рублей. Вот. Ну, мне, конечно, выгоднее, возможно, чтобы вы читали ее через Литрес, просто потому, что вы написали бы свои комментарии, звездочки поставили, да? Ну, вы, в принципе, если прочитаете, и так можете зайти на Литрес и это все поставить. Итак, инстасамка, отключаю телефон. Мне люди говорят, что время это важно. Попрошу у мужа новые часы. Я молчу, когда мы стоим у кассы. Он не услышит, никогда не бери. Мне нужно это, мне нужно то. Мне нужно это, мне нужно все. Миллион эмоций для меня это ничто. Что ты там сказал? Ты вообще кто? Я заработала столько бабла. Мои внуки будут носить Гуччи. Когда я прохожу, все смотрят на меня. Мой телефон от лайка включит. Вижу на витрине магазина новый став. Покупаю все, на что упадет взгляд. Солью кэш на карте до нуля. Потом возьму вторую и потрачу до конца. Я отключаю телефон, и я потрачу миллион. Мой новый эталон — это Louis Vuitton. Деньги с этих сторон — это мой новый закон. Мы ссорим баблом, мы ссорим баблом. Мы ссорим баблом. Мы ссорим баблом. Мой взгляд за меня говорит. Я потрачу все, а потом сделаю репит. Мой муж за меня разрулится. Вот он такой крутой, на руле мне безлимит. Это сладкая жизнь, как клубника в шоколаде. Люди говорят, ну сколько можно тратить? Не отходя от кассы, я говорю им хватит. Не предлагай мне скидку, ты что, не в адеквате? Однажды я уехала тусить Турцию. Потеряла сумку, паспорт, да и тихо. Не высыпая завтрак, я в Лэнкензе. Ты найдешь меня там, где играет музыка. Я отключаю телефон, и я потрачу миллион. Мой новый эталон — это Louis Vuitton. Деньги с этих сторон — это мой новый закон. Мы ссорим баблом, мы ссорим баблом. Мы ссорим баблом. Мы ссорим баблом. Ну, друзья мои, что я хочу сказать про инстасамку вообще, в частности. Она, конечно, мне кажется, она такая Моргенштерн в женском обличье. Что-то есть в них общее. Вот. Она тоже про деньги все время. Но вот, допустим, по музыке вообще все хорошо. С текстом не очень. Даже не с текстом, а со смыслом. Ну, хотя смысл тоже понятен. Я заработала столько денег, что мне их тратить не перетратить. Вот. Ну, просто жизнь бывает разная. Она сегодня такая, а завтра прекрасная. И особенно в наше время вообще, кто бы
пару лет назад сказал, что у нас там ТикТок не будет или Инстаграм, да, никто. А вот раз и случилось. Еще неизвестно, что с Ютубом. Вот, поэтому лучше не петь такое в песенках, чтобы не сглазить. Вот. И я так считаю. А там сами смотрите. Вот, ну, а так, как бы, в принципе, из-за того, если не придираться к словам и к смыслу и так далее, то, в принципе, мне кажется, Инстасамке идет больше вот такая попсовая музыка. У нее как-то лучше получается. Ну, как-то прикольней. Поэтому я и не буду сильно занижать оценочку, поставлю 8 из 10 просто за музыкальность. И будет ей счастье. Всем пока!